А что это вы там снимаете? Мы знаем фильм «Жизнь Михаила Ходорковского», знаешь? Нет. А, я его знаю, он украл много денег у России. Господин Ходорковский, встаньте. Фамилия, имя, отчество. Ходорковский, называется. Национальность? Русский. Деньги люди сделали огромные. Люди делали десятки и сотни миллионов чистых долларов. Время такое. Opportunities называется. Ходорковский made a deal with Yeltsin. He got Yukos for 300 million. And several months later, Yukos cost $6 billion. $5 billion for free. Yeah, in around 2002, Ходорковский became the richest man in the world under 40. Путин ощущал со стороны Ходорковского вызов. Putin told them, okay, guys, stay away from the politics. And Ходорковский agreed. And after that, he violated this deal. С того, чтобы идти на выборы, да, это не... Этим не завершается процесс построения гражданского общества. Da war Putin unglaublich hart und emotional. Если бы Ходорковский испугался сразу или сделал вид, что испугался, то, наверное, все бы прекратилось. Если вы так будете еще раз делать, просто попрошу выйти. Aber ist die Vorstellung, da gibt es die Menschenrechte. Und die setzen wir jetzt durch, egal was da kommt, ist natürlich abwegig. So funktioniert die Welt nicht. Aber du bist da ja noch voller Idealismus, was die Welt betrifft. Ich bin Realist auch. Nein. Das bist du überhaupt nicht.